на таборе це победу заявленным техническим преимуществом одержал Эдуард Кадатнев. Московская область, параллельный зачет, публика Алмани. На кадре Б победил Шамиль Абдурахманов, Сахалинская область. На ковер С приглашается Ацамаз Газай, Республика Северная Осетия, Алания, параллельный зачет Москва, и Шамиль Хакиев, Чеченская Республика. На ковер Б приглашается Ахмед Магомаев, Москва, Макашарин Ибрагимов, Ленинградская область. Уважаемые зрители, участники, мы все с вами уважаем ветеранов нашей отечественной спортивной борьбы. И, конечно, я не могу не назвать имена заслуженных тренеров Советского Союза, которых мы еще не называли. Это ветераны спорта, ветераны борьбы, замечательные тренеры Шамиль Тагирович Неврикинов и Аркадий Гайкович Кукасов. Они рядом сейчас на трибуне для почетных гостей. Заслуженные тренеры Советского Союза. На ковре Б продолжается наша 16-я финала борцы весовой категории до 86 килограммов. Красную трико Ахмед Магомаев, город Москва. Синим трико Макашарин Ибрагимов, Ленинградская область. Ахмед Магомаев, мастер спорта, центр спорта и образования АИ, Москомспорт. Ему 26 лет, 10 лет занимается борьбой. Тренеры Балтин Бабдыков, Арсен Бейбулахов, Бадрунди Гиреев. Ахмед Магомаев, обладатель золотой медали Кубка России 2017 года. У него бронзовая медаль международного турнира Гран-при Иван Мирыкин этого года. Синим трико борется Макашарин Ибрагимов, Ленинградская область. Ему 27 лет, 10 лет занимается борьбой тренер Сергей Егоров. Thank you.
На ковре с явным преимуществом победу одержал Федор Постников, Республика Сакая-Якутия. На ковре приглашается Насруддин Чалаев, Саратовская область, Абдул Вахап,